Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов отключения парковочной системы BMW X5 E53 кузов. Для отключения парковочной системы нам понадобится добраться к блоку управления парктрониками. Для этого нам нужно снять запасное колесо. Откручиваем фиксатор запасного колеса. Снимаем металлическую шайбу. Отделяем ее от уплотнителя. И снимаем уплотнительное кольцо резиновое. Далее нам понадобится вот эта штуковина. Выводим запасное колесо с посадочного места и фиксируем запасное колесо в багажной ляде. Теперь можно безопасно снимать запасное колесо. Далее нам нужно открутить два болта с этой стороны и с этой стороны и две гайки нашей металлической конструкции. Болты и гайки у нас на 13. Приступаем, откручиваем. И откручиваем гайки. Одна. И вторая. И снимаем нашу металлическую конструкцию. Так она у нас выглядит. Далее нам понадобится снять пластиковый корпус. Всего три болта. Один, второй, третий. Откручиваем. Так, открутили все болты, снимаем пластиковую крышку. Достаем ее. Так. Далее, для отключения парктроников нам понадобится отсоединить вот эти разъемы с блока парктроника. Синий разъем, черный разъем и белый разъем. Всего три разъема, и наша парковочная система работать не будет. Ссылку на видео о диагностике парковочных датчиков оставлю вот здесь, во всплывающем окне, и под видео в описании.
На этом все. Мы рассмотрели один из быстрых методов отключения парковочной системы BMW X5 E53 кузов. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.